Всем привет! Сегодня в своем ролике я хочу вам показать, как входить в инженерное меню большинства телевизоров Samsung со Smart TV. В данном случае у нас имеется телевизор серии H 2014 года. Вот. И сейчас мы попробуем войти в инженерное меню, используя стандартный пульт, который прилагается в комплекте с данным телевизором. Я вам сейчас фокус наведу. Вот такой пульт. И сейчас мы попробуем войти в сервисное меню. Для этого выключим. И для того, чтобы войти в инженерное меню, мы должны нажать последовательно комбинацию клавиш, нажимать нужно эту комбинацию без запинок, вот, со средней скоростью. Давайте попробуем. Info, меню, mode, power. Вот, как вы видите, мы попали в инженерное меню данного телевизора. В следующем своем ролике я вам покажу, как зайти в сервисное меню этого же телевизора и расскажу вам, чем отличается инженерное меню от сервисного меню.